Бульвар Карла Маркса совсем недавно попал в федеральный топ лучших практик по благоустройству. Сегодня за ним внимательно ухаживают. Кусты всегда аккуратно подстрижены, а отношение к газону – отдельный разговор. Чтобы трава не пожухла, Никита ежедневно тратит по 6 часов. 3 часа поливает одну сторону бульвара, 3 – другую. Система орошения устроена так, что угол подачи воды и градус нужно настраивать вручную. Залез, колодец включил, такой. Если я включаю, я смотрю, отхожу от колодца чуть-чуть, получается, смотрю. Если там сверху, водопад бьет вдруг, там, выбил, все, обратно залазю, выключаю, все, дальше иду, смотрю, где поломка была. Потом уже докладываю начальству так и так. В докладе говорилось примерно следующее. Около 14 разбрызгивателей украдены и примерно столько же в неисправном виде. Если бы не количество, то можно было все списать на детскую шалость. Однако исчезновения комплектующих повторялись несколько дней подряд. Специалистами горлесхоза сразу доведена была до информации до нас. То есть мы приезжаем, меняем. Сегодня, вот, получается, вчера мы практически было все заменено. Единственное, у нас не хватало одного распылителя. После чего мы съездили в магазин, купили, приехали ставить, оказалось, еще двух не хватает. Вот сегодня мы еще доставляли. То есть ежедневно практически начало случаться вот такие вот акты. Ущерб составил около 15 тысяч рублей. Представители комбината намерены обратиться в полицию с заявлением о хищении. В свою очередь поймать злоумышленников вполне помогут камеры видеонаблюдения, расположенные на бульваре. Добавлю, эта общественная территория была реконструирована и благоустроена в прошлом году в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Борис Цыдыпов, Евгений Павлов. Новости дня.